Я постоянно спрашиваю себя, где предел моих возможностей. Нужно думать только о настоящем, о том, что происходит здесь и сейчас. Настало время третьего по счету мероприятия Red Bull Flugtag. У нас всего было 3000 заявок со всей России. Затем все это снизу до 200. И вот теперь у нас на старте 37 команд. Команды, вы готовы? Команды, Там веселье просто дикое, просто неимоверно, они танцуют на протяжении всего времени. Ну а что им еще остается делать, представляете, вот сейчас окунуться в воду с высоты 6 метров. У нас все готово, перед этим я хотел бы сказать пару слов о правилах. Какая бы ни была фантазия, вы посмотрите на эти конструкции, но все-таки она ограничивается правилами. Все летательные аппараты должны приводиться в действие человеческой, ручной силой, гомо-сапиенсом. Только человек может отдохнуть. Никаких батареек, никаких пружин, никакого топлива, двигателей и так далее. Размах крыла не может быть больше 10 метров. Длина летательного аппарата также не больше 10 метров. Колесная база, многие летательные аппараты на колесах, не шире 4 метров. Максимальный вес летательного аппарата 200 килограмм, не считая пилота. Потому что у каждого летательного аппарата есть пилот, 5 член, который отправляется в воду, управляет, ну или делая вид, что он управляет этим летательным аппаратом. И самое главное правило, никаких колющих, режущих, выступающих острых предметов, так как безопасность у нас, конечно, всегда была, есть и будет на первом месте. По оценкам, каким образом она будет выставляться, всего 3 категории, так называемые КПД. Это перформанс, непосредственно то шоу, которое мы сейчас увидим здесь на рампе, перед прыжком, затем сам прыжок, который будет судиться по дальности полета. У нас мировой рекорд 69,7 метра, который был установлен в Германии. Сейчас мы сегодня постараемся побить этот рекорд. Не знаю, что мы должны для этого сделать. Здесь очень много летательных аппаратов, которые реально проходили аэродинамический какой-то тест, поэтому скрестили пальцы, чтобы сегодня это произошло. И, конечно же, креатив. Выставлялись оценки за креативность конструкции до начала мероприятия. То есть уже оценки эти есть. И выставлялись они нашим жюри. Александр, если не ошибаюсь, вы меня сейчас слышите. Александр, как вы? Да, конечно, Артем, мы на связи, мы здесь, мы на вышке жюри. Жюри уже готово. Готово. Волнительный момент. Переживают. Сегодня действительно, наверное, первый случай, когда жюри очень серьезно подходит к оценкам. Поэтому сегодня никаких шуток, что называется. Мы очень серьезно представим каждого члена нашего жюри. Дамы и господа, прошу любить и жаловать. Телеведущий, изобретатель, автор и ведущий рубрики «Очумелые ручки» в передаче «Пока все дома». Давайте поаплодируем Андрею Бахметьеву!
еще один представитель нашего жюри. Двукратный чемпион Европы по ралли-кроссу. Дамы и господа, Тимур Тимирзянов. Давайте мы приветствуем. Единственный представитель со прекрасного пола в нашем жюри. Друзья, актриса, телеведущая Елена Борщева. Очень скромно попросил представить себя наш следующий член жюри. Дамы и господа, художник Андрей Бартенев. Давайте поприветствуем. Ну и, наконец, представитель пилотной группы «Русские Витязи» Евгений Прокопенко. Друзья, у жюри сегодня очень и очень непростая задача. Выставить две оценки. За креатив и за представление. Оценки за представление выставляются команде за выступление на рампе перед тем, как конструкции отправятся в полет. Ну а оценки за креатив жюри уже выставило. Они уже прогулялись по аэропорту, оценили, зафиксировали. Я думаю, что Артем, Саша, ну и, конечно, всем нашим гостям будет очень интересно узнать, как проходила оценка конструкции за креатив. Поэтому прямо сейчас давайте все вместе обратим наши взоры на экран. Внимание, видео. Я первый раз на Red Bull Flug Tag, и это просто невероятно. Какие-то зайцы, морковки, съедобное, несъедобное. Потому что все настолько неожиданно, я прям вот, я сейчас по второму, потом по третьему кругу пойду, я уже спросил разрешения. Сумасшедшая идея, просто, я не знаю, как бы, я не знаю, чем они занимаются за это, как бы, чтобы придумать такие летательные аппараты, но я думаю, у них получится, и посмотрим, чем закончится. Всем ставлю высокие оценки. Если ребята перед своими объектами танцуют, прыгают, это еще больше дает баллов их объектам. Обратил внимание, все очень и очень серьезно. Давай еще раз поаплодируем жюри, у них сегодня очень непростая задача. Громкие аплодисменты, уважаемые члены жюри. Берем тебе слово. Уважаемые жюри, будьте объективными, пожалуйста. Ну, все дело не в оценках абсолютно, это главное позитив. Чем занимались эти люди до этого? Так кто угодно, там бизнесмены, владельцы Норильского никеля, там кого только нету абсолютно, охранники, таксисты. Самое главное, все безумные люди на безумном позитиве. Итак, у нас сегодня, вы знаете, кто на первом, кто на втором, кто на третьем месте. И у нас сегодня специальная номинация «Самый дальний полет», который представлен нашим партнером ЗАО «Sony Electronics», который представляет эту номинацию. Команда, которая покажет самый высокий результат в категории «Дальность полета», получит от компании Sony уникальные водонепроницаемые плееры Walkman W273, премиальные наушники Sony MDR-1R, звучание которых затрагивает душу, и видеокамеры Action Cam, на которой можно снимать самые безумные трюки. Собственно, то, что произойдет здесь сейчас, через несколько секунд на этой рампе, это и есть самый безумный трюк. Итак, мы начинаем бег. Так, камера берет, смотри. Вот они, позитивные люди Москвы. В воскресенье выбрались через пробки, через ГИБДД. Сколько их, да, сегодня по городу? Я еле доехал, 3 раза меня остановили сегодня. Ребята, скажите «да», если вы готовы! Чуть потише, випы абсолютно с бокалами, все, абсолютно все, волейболисты, паузу, абсолютно все, кто здесь есть сейчас, девчонки на пляже, Red Bull, операторы, на три, на счет три, да, скажем, вы готовы? Вы мои хорошие, вот так вот надо, правильно, абсолютно, let's go, первый блок полета, понеслась! Давай.
первый полет. Команда называется Homo Sapiens. Представляет Москву, дверь. Тут совместный пилот Игорь, помощники Женя, Антон, Леша. Команда — это 4 человека, ожившие благодаря мечте. Парни, выходите сюда, сразу же на точку. Вам сейчас перформанс. Вот, тихо, Темыч, лежи. Затеяли далекий полет на самолете, который сами же собрали из того, что нашли. Они бродяги, не просто вонючки, а это целая каста со своими правилами и интересами. По мнению команды, у них нет соперников, а только соратники. Денис устал от семьи и лжи. Добро пожаловать в бомжи! Ну что, готовы? Каста! Да? 3, 2, 1, поехали! Время пошло! Подожди секунду. Ну, и как? Самый главный вопрос. Вы-то видели, вы распечатали воздушное пространство. Поаплодируйте первому полету. Первому прыжку. И вот сложнее всего. Честно говоря. Ну, по дальности полета мы сейчас видели. Ну, вряд ли они побили сейчас мировой рекорд 69 метров. Надо быть специалистом, чтобы это осознать и понять. По представлению за 45 секунд. Ну, постарались они объяснить, что к чему. Я надеюсь, вы это поняли каким-то возможным образом. Ну, а за креатив мы узнаем оценку через несколько секунд. Она высветится у нас на экране. Представители Москвы и Тверь у нас сегодня. Давайте посмотрим на замедленное видео. Ну, по дальности, на метра два точно у нас сегодня было, присутствовало. Саш, передаю тебе слово, они уже на пляже. Спасибо, мы укрываемся полотенчиками и, собственно говоря, они первым поаплодируем! Ну что, давай, самые первые слова после того, когда ты выходишь из воды. Как это было? Эмоции отличные, только позитивные. Вода вовсе не холодная. Все классно. Посмотри, улыбают твои ребята, еще даже с бородой остался. Прилетели, молодцы. Ну что, нам сейчас будет очень интересно оценки жюри. Сейчас парней попробую пока подсобрать. Александр. Да, Саш, я хочу заметить, в Строгино живут самые хорошо живущие бомжи. Красавцы просто. Ну что ж, переходим к оценкам прямо сейчас. За перформанс, за представление на рампе наш уважаемый член жюри выставляет оценки. Итак, внимание. 8, 8, 8, 7, 8. Давайте поаплодируем первым оценкам, друзья мои. Не так-то просто это сделать. 8, 8, 8, 7, 8. Неплохо. Как мне подсказывает опыт и память по проведению рывков флюктага, обычно судьи в первые 2, 3, 4, ну, максимум 5 прыжков такие, ладно, давай побольше, 8. Потом понимают. Расход, развал, схождение. И уже пониже оценки выставляют. Поэтому сразу же, представляете, 2 месяца они строили конструкцию. Сейчас она уже справляется на склад. Итак, сейчас мы должны узнать общее количество баллов, так сказать, КПД. Креатив был выставлен заранее. По дальности сразу могу сказать, что стоп-кадр мы хотим лицезреть, увидеть на нашем экране. У нас специально подготовленные камеры, которые вы как бы вымеряли это. Вот они, 4 метра. 4 метра дальность полета.
далеко, далеко. Excuse me, прошу прощения, не получилось, я, конечно, побить мировой рекорд. Мы, собственно, не ожидали, судя по конструкции, общее количество баллов. Вы видите, пожалуйста, 25. Отличное, отличное количество за креатив, за перформанс. Уже не успели, 39, спасибо. И далее 4. Место пока что первое. Пока что первое, ребята. Это они вперед сейчас посмотрели. Двигаемся далее. Следующая команда. Команда Пилотка. Я так, чтобы артикуляция точно все воспроизвела. Из Иваново. Пилот Алексей. Помощники Тимофей, Владимир, Юрий и Эдгар. Летательный аппарат — это свадебный кортеж авиатора. Считаю, что их отличительной чертой — провинциальная изюминка. Полет посвящается прекрасным ивановским девушкам. Название, точнее, девиз — это Иваново, детка. Ну, часто гуляешь по Иваново и слышишь этот девиз. Буквально, желательно ночью. Это Иваново, детка. И дальше парень идет. Кто из Иваново? Поднимите руку. Кто из Иваново? Здесь есть девчонки? Поднимите. Да, все, вижу, Иваново здесь. Все. Тут все здесь, все тут, все рядом. Итак, что у нас? Друзья, техническая это сложность. Парни, вы будете также бежать вместе с ними вместо колеса. Да, вы готовы, стало быть, да? Именно таким образом все произойдет. Хорошо, ладно. Вы готовы? Готовы. Итак, 45 секунд, время пошло. Поехали! Произойдет. Ребята, аплодисменты команде «Пилотка». Реально, парни, мы нереально, там все серьезно. Элероны. Подготовка по полному смыслу. Смотрите полет. Чуть-чуть не хватило. Не знаю, то ли скорости, то ли еще чего-нибудь. Встречного ветра не было, ничего не мешало. Но были сложности на старте. Команда уже на берегу. Саша, что там у тебя? Да что у меня? У меня все хорошо, Артем. Давай тебе вопрос не по теме, собрати твой мозг или нет. Иваново, город невест. Да, безусловно. Мы посвящаем наш прыжок именно нашим невестам. В следующий год мы учтем все ошибки и обязательно покорим мировой рекорд. Спасибо, давай узнаем оценки жюри. Александр! Слушай, я хочу задать вопрос жюри. Вы готовы, дети? Из Спанчбоба. Итак, оценки жюри за представление. Внимание! 8, 8, 8, 8, 9, друзья мои! Вот такие оценки выставили наши уважаемые члены жюри. 8, 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
правильные оценки. Все было понятно. Кстати, тенденция использовать озвучку, слова ставки так понятней. Все, двигаемся далее. Следующая команда. Уже на старте можете подниматься потихоньку. Команда «Что, где, как дабль?» «Что, где, как дабль?» Из Санкт-Петербурга, из северной столицы прибыли к нам пилот
Сергей, помощники Владуля, Саша, Гарри, Инна. Команда участвовала в самом первом рыбовом флюктаке образца 2009 года. Вдохновил на создание этого аппарата человек, имеющий наибольшее количество хрустальных сов. Надеются побить свой же рекорд, пролетев более 9 метров. Девиз команды: «Что наша жизнь? Флюктак». Ну, так, пока у нас готовится эта команда, выставляется здесь все четко. Мы готовим дальность полета. Пока ждем результатов, потому что дальность полета в этом случае со стоп-кадром. Ребят, ну пока у нас вопрос. Вы смотрите на экраны. Я, судя по оценкам, у вас выигрывают телезрители. 6-0. Вращаем барабан. Дальность полета. Но мне кажется, что они дольше всех находились в воздухе. Дальше всех пролетели. Но сколько именно? Нам нужны четкие цифры. Данные. Все, поспорим 6 метров у них вот так. 6-0. Ну, не-не-не, это 6-0 вот этой команды, а предыдущий непонятно пока. Дались полеты, приготовились. Ну что, готовы ли мы? Непонятно. Не ясно. А кто у вас Друзь-то? Вот я кто из вас Друзь? Вы? Куда прыгает, стоит. Ну-ка скажите голосом, друзья. С камеры. Вот вы недалеко от нее. Абсолютно правильно. Кто узнал, друзья, в этом? Нет, никто. Друзья! На шее сидит. Так, главное подготовиться. Ваш, друзья! Это сын, друзья. Друзья! Дорогие друзья! Ну что? Мы смотрим, как у нас по дальности полета, где они находятся, на каком месте у нас было выступление команды. Или мы двигаемся далее. Команда пилотка. По дальности очень интересно. Я думаю, больше 6 метров, Александр, точно. Метров 8 точно. 9! Я же говорю, не 8, но 9 метров по дальности. Смотри, по приземлению. Неплохо, неплохо. Мы же хотим больше, мы хотим дальше. Мы хотим дальше. И теперь результат. Результат, общий результат за перформанс. Больше всего нам интересно, сколько они получили непосредственно за саму конструкцию, за креатив и дальность полета. Итак, креатив 30, за перформанс 41. Пока что самый высокий балл и дальность 9 места. Пока это первое место. Действительно, первое место они занимают. И абсолютно обоснованно, хотя здесь написано 31-е. Но точно по количеству баллов временно первое. Итак, команда «Что? Где? Как дабль?» Вы готовы? Кивните. Внимание, вопрос. Черный ящик. Поехали! Время 45 секунд. Внимание, правильный ответ. В черном ящике бананы. Счет становится 6-0 в пользу знатоков. Сейчас будет определен лучший игрок этой серии. Обладателем хрустальной совы становится... Give me fuel, give me fire, give me that which I desire! Уже больше 45 секунд, ребята!
души, что жюри осознали тот перформанс, ту задачу, не знаю, тот креатив, который был сейчас происходил. Что здесь по сценографии, где здесь была кульминация, начало, конец, развитие. Ну, мне, может быть, под этим углом не совсем было понятно, но надеюсь, жюри все поняли сейчас, что произошло. Команда «Что, где, как, дабль» через мгновение появится на пляже. Саня, давай. Артем, они здесь, они рядом со мной. Он сухим из воды вышел, кроме шуток. Давай быстро проверим твои способности. Назови трех участников «Что, где, когда» любых. Александр Друзь, Максим Поташов, Борис Бурда. Все, у него сознание в порядке. Александр, давай оценочки. Саша, у нас все готово, да, что называется. Сейчас мы узнаем, что в черном ящике. Итак, внимание, наши члены жюри выставляют оценки за представление. Друзья, 9, 8, 10, 9! Ох, сейчас было красиво, конечно. Все, очень грустные глаза у тебя. Очень грустные глаза. 6 метров дальность полета. В принципе, там пока по дальности на третьем месте. Ну и общее количество баллов, пожалуйста, выведите на экран. Очень интересно, сколько поставили судьи до этого за креатив конструкции. Отлично, более чем заслуженные оценки. 38 баллов за креатив, за перформанс 45 и дальность полета 6. Первое место, что, где, когда были Санкт-Петербурга на данный момент. Но это только начало, только первые команды, поэтому у нас все впереди. Следующая команда называется «Банный утенок». Ничего не пропущено. Команда из Златоглавой, из Москвы. Помощники Павел, Александр, Евгений и Алексей. Команда участвовала в «Рыбалка с 2011 года. В этом году решили, почему бы не полететь на большой бут, которая по плану должна преодолеть дистанцию 5 метров. В принципе, это длина самой утки, я так понимаю. Посвящается выступление мистеру Магляку и мамам. Мамам! Девиз какой у вас? Кря! Прекрасный девиз. Ну что, парни, вы готовы? Судя по реквизиту, у вас все очень просто. Сейчас, секунду, мгновение. Все, на старт. Главное, 45 секунд, чтобы не происходило, затем на старт. 3, 2, 1, поехали. Ребята, очень круто. Я не знаю, ну по дальности полета все понятно. 5 метров вы преодолели. Давайте посмотрим на замедленное. 1-1. И все, вот тут начинается самое интересное. И в голову, смотри, в голову утенку приземлился, прямо в мозг. Все, они взлетели в голову. Саня, тебе слово. Мы здесь. Слушай, скажи, ну ведь это было так рассчитано, что он прям голова так сплюснулся, и ты прям аккуратно приземлился. Вообще, я там даже, я думал, что мы уже через секунд 5, я успею спрыгнуть, там пройтись немного еще. По воде. Очень быстро. Все очень быстро. Очень серьезный КПП здесь рядом со мной, друзья. Давайте поаплодируем команде, молодцы. Утка вышла, утка.
как жила практически. Александр, давай жюри посмотрим оценочки. Друзья, они хотели улететь далеко, но проблема была. Да. Именно так. Ну, у нас готовы оценки. Жюри прямо сейчас выставит оценки за представление. Итак, оценки. 9, 10, 9. Тут даже 11 нарисовалось. И 9, друзья мои. Давайте поаплодируем членам жюри. Ну, вы понимаете, десяточка была предпоследняя. Ничего себе, Мартини, вот видно, да, креатив сразу человек. Даже из двух табличек может что-нибудь там сотворить в последний момент. Тём, по-моему, эта команда его и кормила печеньем. Вот оно что, все, прикольно. Итак, по дальности полета я успел заметить, мы успели посмотреть, 6 метров была дальность полета, поэтому, ребята, радуйтесь! Команда «Панда и утенок», вы преодолели свои самые смелые ожидания в 5 метров, 6 метров. С ума сойти по креативу. Но интересно, ну что мне подсказывает, что оценки не маленькие, поэтому, да, действительно, 3-4, а нет, не совсем так, секундочку, 3-4-47 за перформанс, 6 дальность и первое место! Первое место у команды «Панда и утенок» из Москвы. Мы двигаемся далее. Следующая команда, «Городские ласточки». Команда из Балашихи. Помощники Данила, Рома, Коля, Дима. Ну, а пилота зовут Серега. Летательный аппарат – это крот Григорий. Рожден ползать, но крылен совместными силами любви и Red Bull. Посвящает полет соседям по даче, которым загадили весь участок пенопластом. А девиз? Ах, это свадьба, свадьба белая. А три раза свадьба, каждый раз ошибались. Свадьба пела и плясала. Очаровательная невеста. Замечательно. Смотрю на готовность. Готовы ли мы запускать команду? Итак, команда готова. 3, 2, 1, поехали! Девочка маленькая-маленькая, не больше дюйма. Поэтому ее и назвали дюймочкой. Есть несколько категорий команды, которые реально планируют пролететь какое-то расстояние до дальних полетов, именно в этой категории выиграть. А есть команды, которые ставят акцент на креатив, на перформанс, на номер. Это была одна из тех команд, собственно говоря, по дальности.